Всем привет, на связи Павел Дородный, компания КМК, и это качественный монтаж кровли. Смотрите, что мы сделали, да, установили водосточную систему по кругу. Вот таким образом это все на сегодняшний день выглядит. Конечно, обязательно соблюдение всех норм и наклона. Проверка была водой обязательная, уходит ли у нас вода. То есть со всей площади крыши, в данном случае это около 200 квадратов, будет стекать вода, водосточный желоб, и, соответственно, должна уходить. Здесь у нас не будет опущена труба вниз. Она будет пущена только с этой стороны. И поэтому обязательно наклон чуть-чуть должен быть побольше, для того, чтобы вся вода отсюда, с этого желоба, уходила. Сотрудник Николай прокрасил саморезы вот такой краской корректором, вот в цвет, ну, во весь цвет, который у нас есть. Вот так это все выглядит. Даже не видно, что саморезы, то есть их не видно. Давайте пройдемся, посмотрим, как это выглядит. Воду мы запускали. Также я лил воду и вот сюда, вот виндовую. Здесь песок, ну, ничего страшного, это все уберется. Здесь вот таким образом. Ну и поехали дальше, да. Вот эти места, где соединение, будет обязательно герметизироваться герметиком. Сейчас это все покажу, какими инструментами мы пользовались, какие применяли, да, чтобы вам было понятно, чтобы вообще понятно было, что надо использовать. Ну, таким образом, здесь вот будет наклон, и вода будет уходить с данного угла. То есть воды не должно оставаться в желобах. Что это такое? Вот это вот, да? Это одевалось на желоб, то есть отмечается, одевается, очерчивается карандашом. Вот, то, что мы применяли, какие инструменты, это карандаш, это вот такая вот, ну, типа краски, да, здесь идет такой фломастер специальный, цвет белый. Обязательно крюки водосточные, да, когда ставили, шнурку натягивали, крюк подставляешь, в эти отверстия делаешь отметку. После этого берешь вот такой кровельный саморез и просверливаешь. Что понадобилось также? Обязательно шуруповерт с насадкой, потом с другой насадкой, то есть вот такой битый, да, для закручивания саморезов. Саморезы применялись такие желтые, они сразу шли в комплект с водосточной системой. Далее краска-корректор, вот такая шнурка, очень хорошие. Далее вот такие ножницы, либо идеальные правые, либо идеальные левые. Обязательно вот такие круглогубцы, одни и вторые, да, для чего? Для того, чтобы вот эти места, когда ножницами заряжаешься, выпрямлять данные места, потому что они вот так вот будут выглядеть загнутыми. Поэтому, чтобы их распрямить, необходимо применять данный инструмент. Ну и, соответственно, костомесочка. Далее рулетки 10 метров, 5 метров. Вот такой герметик будет предназначен для, где у нас идут соединения желобов. Вот мы здесь вот будем это все проходить, чтобы по истечению времени никогда эти места не потекли. Ну а так, весь инструмент я вам показал, как выглядит вид нашей водосточной системы. Я также вам показал. Всем желаю успехов. До новых встреч. Это была компания КМК. Качественный монтаж кровли.